Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова Вадяра Скетч. И короче, сегодня мы будем смотреть видос, который прислал мне мой друган, Денчик, ну вы его, надеюсь, помните. В общем, видос на... Видос, короче, называется «Два великих дружбана, Михаил и Данилюк, бухают». В общем, давайте посмотрим. Это какой-то, видимо, видос, где школьники решили бухнуть, и делают они это крайне необычно, поэтому давайте посмотрим. А, также я забыл поблагодарить Анну Агаджанян за просто крутой арт, который послужил мне как аватарка на YouTube, поэтому ссылочка на ее канал Anna48 будет в описании. Итак, пацаны, сегодня мы снимаем, как бухают два великих дружбана Михал и Данилюк. Не знаю, как вам, но в этом моменте я почему-то подумал, что они фанаты Марвел, потому что мне послышалось то, что он типа сказал не Михал, а Михалк. Только потом до меня доперло то, что типа Михал, а не Михалк. Нилок, у нас тут вот смешанное. Коньяк с Пепси. С одной стороны, вы уже догадываетесь, почему у них коньяк смешан с Пепси, потому что, ну блин, чтобы мамка типа не спалила, чтобы типа они не напились. Но с другой стороны, блин, они капец какие умные. Я думаю, вообще никто бы не догадался из школьников коньяк с Пепси перемешать, наверное. Я сам-то не пил, поэтому я не знаю. И да, бухать я вам не советую, это очень плохо, поверьте мне. Я слово базана говорю. Так, запиваем мы лимонадом. Данил будет пить все сразу. Да. И Миша, все за один глоток, поняли? Давайте. Раз, два, три, Миша начинает. Блин, я, конечно, понимаю, что они лимонадом запивают, чтобы, типа, не смолиться, но, блин, что у них будет с организмом, если они пепси с коньяком, да еще и с лимонадом выпьют, капец. Давай. Раз, два, три, понеслась! Алкаш, я угораю над ним просто, это, блин, мастер спорта просто. Вот и закончился наш, короче, видос, и что я бы хотел вам сказать. Ребят, ну, не бухайте, это реально очень... вредно, особенно в раннем возрасте, серьезно. Вот, блин, я, конечно, не знаю никаких последствий, потому что я, повторюсь, вообще никогда не бухал, но лучше уж не делать этого. Никогда. Поверьте мне. Ну, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а с вами был Вадя Скетч, всем удачи и всем пока.